Минуты молчания, траурные митинги и возложение цветов к вечному огню прошли по всей стране, как дань уважения к памятной дате. 22 июня 1941 года немецкие войска напали на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война. В краевой столице участники митинга ровно в 4 утра пришли на Театральную площадь. Среди собравшихся был и глава региона Вениамин Кондратьев. Многокилометровая колонна, в которой первые лица края, студенты и представители общественных организаций по Красной направились к вечному огню. Мы сегодня собрались здесь, чтобы вспомнить тех, кто принял первый бой. Тех, кто ценой собственной жизни боролся и жертвовал собой за будущее своих поколений. Друзья, за нашу с вами жизнь. Я благодарю вас, что вы сегодня все здесь. Мы здесь. В день памяти и скорби. Свечи горят в наших руках. Но я уверен, что они горят в наших душах. И они будут гореть вечно в душах поколений победителей. К акции «Свеча памяти» присоединились более 1000 городов России.